Приветствую вас, друзья! Очень быстрый способ убить любую порчу. Вот важно понять суть этого негатива. Вот смотрите, порча, ну это чернота. Это могут быть чуждые негативы, чужие пожелания, вот, которые закрепились в вашей энергетике. То есть нашли там какую-то благодатную почву. Или может быть собственные негативы, собственная чернота, ну, которую человек держит внутри и подпитывает. Это разрушительно, и в любом случае от этого нужно избавляться. Вот что нужно сделать? Независимо от фазы Луны, в любое удобное время, вот сделайте так, возьмите свечу, любая свеча, церковная, там, сувенирная, неважно. Зажгите свечу, сядьте рядом, всмотритесь в огонь, а затем закройте глаза и трижды глубоко вдохните. Вот ощутите, словно вы вдыхаете вот этот огонь. И вот так с закрытыми глазами чувствуете, что вы сами превращаетесь в этот огонь. Вот прочувствуете, что загораетесь, что огонь наполняет вас. Вот весь вы в огне, то есть вот до самых кончиков пальцев. И вот чувствуете, что в этом огне сгорает вся чернота. Вот сгорает все негативы. Вот такая как бы огненная дезинфекция происходит. Вот чувствуете свет, чувствуете тепло, жар внутри себя. Достаточно буквально 30 секунд. Ну можно с минуту, не более. Вот прочувствовали так? Откройте глаза и, глядя на огонь, произнесите такие слова. В священном огне тьма растворяется, в священном огне свет зарождается, истинно. И после этого гасите свечу. Свечу можно убрать, выбрасывать ее не нужно, ее можно использовать дальше. А вот это ощущение внутреннего огня, света, вот постарайтесь сохранить как можно дольше. Потому что когда у вас внутри свет, когда у вас внутри тепло, никакой порчи, никаких негативов внутри нет. И вот такую практику можно использовать регулярно, когда нужно очиститься от какого-то негатива, очиститься от каких-то страданий, от порчи и так далее. Спасибо за внимание, друзья. Спасибо, что вы со мной. Всем желаю всех благ и здравия.